Всем привет, с вами Лео, и вы на канале Hellscream Academy. Сегодня я вам расскажу об одном очень интересном и довольно-таки сложном приеме, который не является супер какой-то невероятной и непостижимой техникой вокала. И в качестве примера такого вокала мы возьмем вокалиста группы Architects Сэма Картера. Кстати, напишите мне в комментариях, кто побывал на их концерте. На прошлом видео вы буквально за одни сутки собрали 2500 лайков, и это очень круто бустануло этот видос. Я думаю, что вы и так понимаете, что ваши лайки, комментарии и подписки на канал его развивают и очень круто меня мотивируют. Поэтому давайте на этом видосе теперь соберем 3000 лайков, чтобы я снял вам следующий обучающий ролик. А теперь погнали. Возможно, кому-то мои слова сейчас не понравятся, но я вам скажу такой момент, что вокал Сэма Картера не является чем-то супер невероятным. Объясню почему. Фишка в том, что в основу его вокала входит расщепление микстовой ноты. И если взять, например, ту же самую песню, которую я исполнял фрагментик в начале, вокальные партии состоят приблизительно из 3-4 разных звуков. Пойдем сейчас с вами от самого легкого до самого сложного. Самый легкий звук — это очень сильно расщепленная головная нота, в которой вы практически не слышите голоса, но слышите, что там очень какой-то высокий-высокий голосовой звук внутри сидит. То есть фактически этот звук формируется каким образом? Мы берем головную ноту ау, и начинаем ее обволакивать расщеплением. То есть делаем Очень часто в экспрессивных моментах у него появляются по бокам такие два низких звука, которые вроде как кажутся гроулами, но гроулами они как таковыми не являются. Это просто фактически низкие скримы, которые добавляют вот этих вот низких обертонов в микс, и вы это прекрасно слышали даже на моей записи. То есть звук там формируется каким образом? Основная партия идет что-нибудь типа там «Бау! Бау!» И, соответственно, партия, которая ее поддерживает, формируется как «Бау! Бей!» Ну и если замиксовать их между собой, то есть у нас получается один звук такой маленький, тоненький и высокий, и второй такой широкий, который его поддерживает. Таким образом, они получают такие прикольные смешанные звуки у них на записях. И как вы понимаете, в этом звуке, в принципе, ничего особенного нет. Про чистый вокал мы с вами говорить не будем, потому что там все очень сильно перетюнено, и, в принципе, разбирать это смысла я не вижу. Поэтому сейчас поговорим о самом сложном звуке, который вы слышите у него на записях. И для того, чтобы не перегружать сейчас на камерный микрофон, я запишу пару фрагментов вот на этот микрофон, который менее чувствительный, чтобы не было вот этого зашквара такого в записи. Чаще всего в средних партиях он использует микстовый звук где-то в конце первой октавы, то есть ноты какие-то типа «Вау!». Ну и, соответственно, партии, которые идут выше, там более головной звук, что-то типа «Вау!». Но здесь есть одна маленькая сложность. Когда вы расщепляете микстовый звук, это говорит о том, что вы должны расщепить фактически двойной звук, то есть и головной, и грудной. То есть это смесь, которая как раз и является одним из самых сложных элементов в плане вокала. Именно по этой причине многим вокал Сэма кажется чем-то невероятным. И когда я людям показываю такого плана смеси, они начинают мне говорить: «А как ты это делаешь?» Фишка в том, что если вы просто понимаете формирование, расщепление, микстовые ноты и вообще как все это работает, сформировать такого плана звук и натренировать его совершенно несложно. Просто многие пытаются сразу начать вот так вот высоко кричать, и у них ничего не получается, потому что, как вы знаете, среднестатистический диапазон у мужиков обычно заканчивается на соль, и они не умеют в принципе работать со звуками типа там «Вау!», да, или со звуками «Вау!», да, и они пытаются делать это «Вау!» вот таким вот образом. И, соответственно, вы понимаете, что здесь далеко не Сэм Картер получается. И, кстати, именно вот такое вот звукоизвлечение является причиной того, что он периодически на своих концертах звучит как просто какой-то подбитый, падающий с воздуха утенок. Ну и теперь давайте рассмотрим непосредственно формирование вот этой вот самой сложной смеси. Мы берем звук. Да, мы слышим четко там и головную ноту,
и грудную ноту, но только полностью грудной звук вы туда не закинете. Нам как раз для этого нужен головной. Соответственно, когда вы получаете двойной звук, чтобы его расщепить, вам надо чем-то пожертвовать, чтобы просто было фактически место и энергия для того, чтобы добавить туда этот самый эффект дисторшн, то есть расщепление. Ну и, соответственно, когда мы научились пользоваться этим чистым, микстовым, хорошим, расслабленным звуком, и мы умеем его контролировать, менять количество грудного звука в смеси и, соответственно, облегчать его. Представьте, например, что у вас 100% места, из них 70% занято грудным звуком и 30% головным. И расщепление вам просто некуда впихнуть. Если вы поете микстом очень напряженно, то нормально расщепить вы его не сможете. Нам нужно научиться жертвовать грудным звуком, так как расщепление довольно-таки низкий сам по себе звук и обладает очень низкими обертонами. Соответственно, когда вы берете ноту какую-нибудь типа «Ау!» и просто ее расщепляете даже вот так вот тихо, она подсознательно кажется вам намного ниже, чем она есть на самом деле. И, соответственно, когда мы берем ноту что-то типа «Вау!» и пытаемся ее расщепить, она начинает звучать как «Вау!» И это совершенно другой звук, и он кажется намного ниже. При этом вы прекрасно слышали, что нота, которую я чистую беру, довольно-таки высокая. Ну и если мы возьмем для работы ноту где-нибудь из второй октавы, что-нибудь типа «Вау!» и начнем ее расщеплять, у нас получится звук «Вау!» Но как он звучит отдельно без расщепления? То есть, видите, там нет вот этого грудного такого подталкивающего звука, который его как раз обогащает и делает таким вот вроде как нереальным, невыполнимым. Я уже неоднократно говорил, что лезть в изучение и разработку микста без самых основных умений вам не стоит, потому что вы можете просто навредить своему голосовому аппарату. И о чем я сейчас, собственно, хотел рассказать. Если вы вспомните вот эти вот записи... где Сэм пишет вокал на какой-то из альбомов, вы поймете, что он это делает не очень здраво. Тут дело как раз в том, что как только у них начались туры, он начал искать позицию, в которой он не устает и может как-то стабильно, более-менее нормально все эти партии пропевать, потому что с таким напряжением, вы сами понимаете, долго вывозить такие партии не получится. Надо искать какой-то баланс, чтобы это начало получаться. И как раз в тот самый момент, когда он начал активно пользоваться такими получистыми и певучими, кричащими партиями, является тем моментом, когда он нашел этот самый баланс. Но из-за того, что изначально техника построена вот на этой вот перенапряженной такой кричащей манере, он очень часто сваливается, начинает делать всякие вот эти такие звуки на концертах, которые я вам уже показывал в середине этого видоса. Что, естественно, ведет к очень сильному перенапряжению голосового аппарата и, соответственно, каким-то проблемам с ним. А когда у вас тур там 150-200 концертов, такое вывозить просто невозможно. Ваш голос вам просто скажет: «Эй, парень, давай, завязывай, я пошел домой». Так что прежде чем разрабатывать такого плана звуки, вам нужно сначала научиться нормально контролировать свой чистый голос, грудной, головной, научиться нормально дышать, научиться между ними перемещаться свободно, то есть именно между головным и грудным. Потом научиться и натренировать микстовый звук. Параллельно с этим, естественно, нужно нормально научиться расщеплять и делать смеси. То есть сначала научиться делать смесь головного звука и расщепления, чтобы вы ее хорошо контролировали, хорошо ее открывали, могли делать ее громко, тихо, расслабленно, чуть-чуть расщепления, 90% расщепления, полностью расщеплять, закрывать звук, то есть по-всякому ее крутить. И потом, изучив уже микстовый звук чистый, расслабленный, понятный вам, без сильного напряжения и помидор фейса, вы можете спокойно начинать двигаться к изучению расщепленного микста. Это довольно-таки сложный прием, но невозможного в нем ничего нет. Это все жопа-часы и просто задротство. Причем очень аккуратное, потому что если вы не слушаете, что вы делаете, не анализируете каждый звук, который вы делаете, велика вероятность того, что вы научитесь по кругу делать что-то неправильно и будете продолжать это делать довольно длительное время. Поэтому старайтесь следить и слушать свои записи, прям записывайте себя на смартфон, берите телефон, записывайте просто видео, положив его на стол. Послушали кусочек, не пишите целые песни, целые длинные фразы, один короткий звук, 2-3 секунды, записали, попробовали, послушали, неважно что это. Это может быть липрол, это может быть упражнение на позицию, это может быть что угодно, любое упражнение связано с гитарой, с инструментом. Просто с вокалом это дело такое, что вы пытаетесь научиться играть на гитаре руками, которых не видите и не чувствуете, да и гитару саму тоже не чувствуете. Поэтому это все надо очень тщательно анализировать и слушать. Так что очень осторожно занимайтесь вокалом, обращайте внимание на малейшие какие-то косяки, дискомфорты, неприятные ощущения после занятий или изменения в голосе. Если эти изменения, конечно, идут в какую-то худшую сторону, и вы начинаете хуже звучать, хрипеть или что-то подобное. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте набрать здесь 3000 лайков, чтобы я снял вам новое обучающее видео. Увидимся в следующем видосе. Пока!